Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Сегодня у нас вечный обогреватель на лампе галогена. Вот смотрите, лампа галоген 60 ватт и вечный обогреватель на реле Амрон. Чтобы не светило в глаза, ставим вот эту стеклокерамическую плиту, чтобы она и заодно аккумулирует тепло. Расход, ребята, 0. Нагрев, сейчас я вам скажу, я вчера мерил, 200 до 250 градусов Цельсия. То есть постепенно нагревает. Нагревается в течение часа на полную. А сейчас она выпускает 250 единоразово, видите. Работает на реле Амрон. Вот он на реле Амрон. Один к шести. Сейчас покажу. Видите, один, пять, шесть. То есть система работает 1 к 6. А расход 0. Как видите, взял и вернул, красная полоска. А сейчас я вам покажу схему этого устройства, ребят. Схему этого устройства. Итак, схема. Так. Пошире делаем. Так. Что у нас, ребят, получается? Значит, галоген 60 ватт, 230 вольт. Галоген лампа, не трубка вот такая, а лампа. Это еще лучше, ребят. То есть у ней большая колба. Колба нагревается до 250 и нагревает стеклокерамик постепенно. Здесь работает реле Амрон. Мы дали секунду, а 7 секунд система работает благодаря тепловой инерции, которая аккумулируется на стеклокерамике. И расход тока у нас нулевой. То есть реле 1 к 6, стеклокерамика, кувшин железный, ребят, кувшин, чтобы не загорелся. Кувшин железный, внутри кувшина патрон, патрон включена, лампа 60 ватт. Вот такая схема, ребят, позволит вам отапливать помещение до 50 кубов и выше. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального богатырского железа.